эта бомба работает как часы. Новые подшипнички. Спасибо Саня. Саня поменял. Все, пока, спасибо. Саня. Не Саня, Серега поменял. Ну, Саня тоже принял участие. В общем, пока. Так, друзья, возвращаемся. Задний кардан отпал, едем на переднем. Ну, сейчас быстро починим. И поедем все-таки на оффроуд все равно. Пятая пониженная у нас. Вот что значит не брать с собой запчасти и инструмент. Только что все выложил, думаю, да, мне нормально, все же работает, фест отъездили. И напрямичке, блин, бабах, такой звук. Смотрю в зеркало, что-то лежит. Задний кардан отвалился. Крестовина просто, видно, после воды. Не проверили. И все. Хвостовик, часть кардана, ну, хвостовичок передний висит. А он такой звук создает, вот скорость меньше, тише. Остановился в левой полосе, она одна была в том месте сужения, ремонт дороги. Хабы выключены. Включил передний привод, но и поехать не могу, и назад качусь, остановиться не могу тоже. Чуть-чуть откатился. Включил хабы, ну и поехал. Все, мы на месте. Вентилятор работает. Сейчас попробуем быстро починиться. Тут наша БХ-семерка висит. Коробочка снята, глушитель снят, ремкомплектик куплен, сальник на коробочку куплен. В общем, сейчас попробуем. Вот он наш карданчик. Интересно, ухо, похоже, немножко деформировалось, но ничего, сейчас. Там у нас есть запчасти. Что там? Поднимать? Сзади ход подвески нереальный. Небольшой запас у меня. Блин, а то, что надо. То, что надо, нужно, это переходник под ГАЗ-66. Можем шишиги прицепить, но он с ним вибрация, да, это тоже переходник. А ну вот с этим сравни. Блин, коротковатый. Может, хватит, а ну давай приложим. Ну, а накинем туда в шлицевую, вставь его. Да? По быстряку прикрутили, чуть короче. Должно хватить, по идее, сейчас посмотрим. Должно ехать, в принципе. Ну, ладно, то сейчас протестируем, как едет. Так, подвариваем рычажок. Да, что-то от его не сделали. Точнее, мы передний мост сделали, тут дальше не посмотрели. Друзья, подварили, кардан прикрутили, будем пробовать сейчас. Немножко коротковато там. Ладно, давай, спасибо, пока. Посмотрим, но оно по вибрации сразу слышно, если... Ну, под нагрузкой. Нормально, более-менее.
Колеса накачали. Скачем как мяч. Бородач на месте, уже на бомбе, сказали. Сейчас катнем. С второй попытки мы доехали до оффроуда. Блин, просто жесть сзади. Посмотрите, что творится от меня. Сейчас мы куда-то повернем на нормальную дорогу. Тут строят, моют песочек. Добывают. Так, друзья. Блин, тут такие колючки. Вровень с капотом выросли. Какие-то остатки болота. Не знаю, есть оно. Думаю, что высохло. Не застряну. Привет! Что, ты сломал уже что-то? А, мост развалил? Я понял. Да, движ серьезный тут. Загорожено, обгорожено все. Хрен подъедешь, блин. Хрен заедешь. Посмотрим, где вся банда. ТР-2, сказали, будет хороший. Так, вижу слепого. Как он красиво выглядит. Трон на крыше. Ого, вот это блогерский подход. Поменяли мы человека. Блин, все тут, смотрите. Яна, Бородач, Влад, Михалыч сидит. Все есть. Я чтоб тебя повидать. На 1200, представляешь, сколько паштета можно купить? Раздели на 29. 1200 раздели на 29. Сколько банок получается? 400. Такие мешки под глазами. Да? Так, слышишь? А ну, приподними футболку, грудь растянут или нет? Не, он уже присматривался к груди. Да? Я говорю, не-не-не. Слепой, как идет с троном. Сейчас его может обогнать. Слышишь? А, это он катает кого-то просто. Хочешь быстро покататься на это? А это новый аттракцион, да? Хочешь, он тебя привяжет тоже покатать? Интересно, кресло будет катиться под бой? Знаешь, при слышишь? Повороте. А в салон Чероки оно залетит или нет? Ты прикинь, Паш, держи в кадре, как кресло будет залетать, потом дашь переписать мне. Идет как лось. Сколько оплатили? Да нет, слепой теперь пока топливо не закончится, он не остановится. Да ладно, да. Не, он думает, что не соревнуются, тут сзади фарами. Думает, не уступлю. Слышишь, да как в анекдоте, точно. Ну идем ближе, может будет экшен какой-то. Слышишь, Паш, давай я поравняюсь, ты как раз перепрыгнешь с крыши на кресло. Давай ты догоняешь, знаешь, как поезда раньше грабили. Запрыгивай. Как поезда грабили. Ёлки. А вот какая-то Нива. Серьезная. Да, слепой сдался. Наверное, топливо закончилось. Слышите, пацаны, расскажите, что за аттракцион? Что за аттракцион был? Типа, получи кресло в салон или как оно называлось? Платный, платный, да? Ведет, есть, так сказать. Что тут? Промежуточное звено, 2,5 через нас. 2,5, да. Не хочет, да? Вообще, блин. Она где-то хочет две машины. Искры, наверное, нету. Да. В землю ушла. Будем колдовать. Блин, это вискомуфта у вас такая интересная. Какое-то модельное решение, да, такое? Надежное. Не сломается никогда, называется. Не сломается муфта, сломается мотор. Сломается все. Водил чуть-чуть? Давай еще. Ну конечно, ты ж сколько возил. А что поменяли? А что поменяли? Я не буду обговаривать это. А дели провод высоковольтный. Я мой крум шатал. Вот это он, а ну шатай. Подожди, я для ТикТока сниму. А, ты знаешь, что ты звезда моего ТикТока или нет? Да я у всех ТикТоков звезда. Полмиллиона просмотров. Да я знаю. За две недели. За это не платят. Ну, блин, какая разница. Зато тебя будут узнавать на светофоре. Подписывайтесь на мой канал. Иди стоматологию сними. 20 тысяч гривен зуб. Я мой кум шатал. Чего 20 тысяч? Не, зуб дешевый. Опять привязывают?
Не, а, второй человек меняется, пилот этот, другой. Пилот другой, да? Нет, говорят, что проблема была в этом, вот, ну, в этом тросе. Веревка, да, не той стороной, не, да. А, да? Да. А, просто не тот конец зашишил. Аренда. Слышь, Сань, давай один кружок. Карпатский кордон 2020. Сань, они сказали, 20 тысяч. Один кружок, да. Сань, один кружок до Василькова и все, нормально. Так а в кресле можно ехать, Саня? В кресле можно ехать? Да, я в нем ехал, говорю. Быстрее. Так а если я упаду? Ну и что? Мне то что, если ты упадешь? Русик, что значит без? Руслан, Саня, давай, ты сейчас всю кабину продашь. Бум, давай! Ладно, едь. Русик, конечно. Паша, едь. Русик. Давай я тебя подсажу. Ну кресло пустое простаивает. Будь участником. Че ты, ну ненормально ехать. Да? Да. Да не, ну страшно реально. Не, ну страшно, ну нормально. Страшно, ну нормально. Выпей столько пива, сколько Вован, и тебе будет не страшно. Да? Я вообще сегодня. Ну, чтоб ты понимал, мы вообще потрезвели. Так это со вчера еще у тебя не отпустило. А курили? Трезво все. А грибы не ели, ничего, да? Ну тот, кто кресло прикрутил, ел грибы, мне кажется. Курицу просроченную. Кто кресло прикрутил, ему и грибы не нужны. Да, да, он и так дури своей хватает, да? Это ты имеешь в виду? Знаешь, как, помнишь Ахиллеса в детстве, знаешь? Нет. Не знаешь, как Ахиллес стал таким сильным? Его в детстве там окунули за пятку. Ахиллес знаю только шины. Его тоже в детстве за пятку куда-то окунали. Да? Или он как это, старик, я тебе говорю. Слышь, это вы хотели, чтобы я там сидел сверху? Да, нормально, я тебе говорю. Да не, ну блин. Я у Олега в салоне сидел стрёмно, блин. Вернулся седой, такие волосы длинные. Так это ты... Давай, вот шлем. Шлем, слепай! Шоп, улетел, да? На, можешь порт взять. На, бать. Не, ну опасный парень. Не-не, слушай, если бы... Владик, он побежал! Слышь, это и люди, наверное, не приезжают, боятся, да, подъезжать близко? Это не бухал где-то человек такой. Смотрят, есть ли повреждения. Не, нет повреждений. Ну, иди погладь собаку. Где? А вот слева, где же квадрате. Что за собака? Думаешь, сожрет меня, думаешь? Хочет ликвидировать конкурента. Не любит, помнишь, как тут на тебя бросал и все это на все? На себя за матюками соскучился, да? Стоишь тут даже я не слушаю. Слышишь, скоро же юбилей, во вторник, Иванка сказала. Макс, юбилей во вторник? 25-й. Будем отмечать его. Здесь лежит корзина, здесь лежит колокол, здесь лежат поршня. Тут еще какая-то фигня. И так по чуть-чуть, знаешь, как след от улитки, так разваливаем мотор, тащим. Слышишь, так что внутри, Паша, было? Пока все хорошо. Не, ну кольца пока есть? Не было, да? Травина бы во все стороны. Нет, выхлоп. Из-за чего дым, ты выяснил? Пока нет. Вот это мне нравится. Дым от масла. Куда масло попадало? Так а кольца есть или ты не долез? Идеальные. Идеальные, да? Ну то, что я тебе говорил. Когда в стенке цилиндра тронешь, типа вот сверху почти нет выработки, а внизу туда, где не доходят поршни, это самая раз, и такая типа есть бугорочек. Да не, ну... Он такой типа холинговки нету, а такой вот как клапана прибитая, типа матовая вся поверхность. Там выдавило, там блоки, тут стоит маслонасос, один канал, типа, и, ну, по распредвалу, по коленвалу, и потом выход в голову, в голове получается одно отверстие сквозное, и ему прикручена ось коромысел. А, получается, цилиндром, да, уже где-то? А, ты завел, как говорил мне, да? И что там, лужа по дороге? Вытекло с двух цилиндров. Охренеть вообще. Так, ну аттракцион продолжается. Завелся, да?
Да, завелся. Ты представляешь, что со мной было, если бы я там в кресле, он меня предлагал покатать только что. Волосы коплеешь, ты же сказал, что в 10 выезжаешь. Ну да. И кардан по дороге. По дороге отпал кардан, я вернулся на переднем приводе, починился и приехал. А я тебе уже не сам. Я думал, ты онлайн смотришь, я тебя сбросил. Так, опять поменяли пилота, слышишь? Катают по очереди, это аттракцион продолжается. Бородач уже с ужасом смотрит, Макс уже даже не смотрит. Пошел оффроуд. Ого. Серьезный движ начинается. Бородачу пофиг, оффроуд вообще, смотри, когда есть еда. Так, ТР-2. Баллон забери, а ты свой зарядил. Я зарядил, я суп готовил, слышишь? Какой-то да? Лайт. А как был в ТР-2 пока? Предложил, короче, слышишь, Руся? Включай. Русь. Ивана, иди катай. Да не, ну твоя очередь, Макс. Кум, тебя в Тойоту пустили. Да. Олег, я бы не давал. Он злой. А есть стаканчик? Так, это какие-то известные очень джиперы. А ну подожди, я сниму их. Ух ты, елки. Ты видел, как дубасят бородач? И ушел вдаль. Очень длинная трасса. Паша. Паша, будут спрашивать, что мало видео с оффроудом. Мы просто ели все время. Слышь, он все время где-то в кусты уезжает. Так, какой-то серьезный джипер. Патрол. Это патрол или что это? 160. Да. Все, и дальше про деревья. Я не зря сюда так далеко ехал, кардан терял. Ступица скрипел. Дверь отпадал. О, хорошо тут. Нет. Говорит, кока-кола баночка. Ну, я вам фото давайте сделаю семейное. Ой, мне да, сделайте фото. Для ТикТока сними мне видео 15-секундное. Я да, я ТикТокер уже. Так у меня уже за 6 тысяч вчера перевалило подписчиков, Яна. Так, ну тут где-то финиш за этими кустами. Да. За 6 тысяч вчера перевалило. Вечером был юбилей, 6 тысяч вчера. Ровно 3 недели, 6 тысяч подписчиков. Вот так вот я. Нехрен, мы не участвуем, и он не участвует. Паша, мы не участвуем, и он не будет. О! Качал слепой. Может, так ты кабину качаешь, будку качай. Так я и сзади дальше стань, чтобы я тебя не обрыгал просто. О, какое блаженство. Подожди, давай вот так. О, давай. Жлобяра. О, да. Поехал. Владик, давай. Стой. Остановись, блин. Кресло слетает. Стой, оно шатается. Стой, Саня, оно слетает. Саня, стой!
Саня, стой, блин! Саня, стой, кресло падает! Серьезно падает, стой! Стой, Саня, стой! Не, падает, он она съехала сюда. Стой, стой, слетает, блин! Саня, стой, я тебя прошу, Саня, остановись! Саня! Саня! О, подъедь к УАЗу, я перелезу. О, блин. Смотри, толстого не выдержала стропа. О! Красный для ТикТока. Что, стропа порвалась? Да что-то вон съехала сюда. А там ниже земли нет, куда падать. Давай поправим. Да как ты поправишь? Да не встань. За яйки? Фух, блин, вся жизнь перед глазами прошла. Там, смотри, какашка может быть сиденье. Смотри, чтобы оно вовнутрь не вошло. Чтоб тебе, знаешь, не приняла земля русская, богатыря иностранного. Садись. Да подожди, там сейчас оффроуд, давай снимем видео. Садись. Я не поеду, ты что, дурак? Я спрыгну лучше, я убьюсь лучше в прыжке. Садись. Да нафиг, блин, ты что, дурак? Бородач, едет, твоя очередь. Второй раз. Давай камеру. Я с ним в салоне боюсь ездить. В салоне. Я с ним в трамвае боюсь ездить. Яна, давай твой выход. А, не, у тебя дети стоят, не надо. Пусть младший подрастет.